Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас видеообзор на вот такие вот печеньки необыкновенные. Первый раз увидела их в магазине. Стоили они со скидкой где-то в районе 60 рублей. Без скидки даже не посмотрела, не знаю. Так, называются они фитченье. То есть какие-то они прям якобы вот такие натуральные все. Добавлены всякие там злаки, должны выглядеть... кстати, да, должны выглядеть как-то вот так вот, очень красиво. Так, печенье мультизлаковое, мультизлаковый продукт с рисовыми и овсяными хлопьями, ржаными отрубями и воздушной кукурузой. Вы прям вот, знаете, читается и слюнки текут. Лети. Видимо, это компания. Лети. Лети! Я полетел! Так, белки, жиры, смотрим. Так, состав, кому интересно, сейчас нажмите стоп и прочитайте. Я в магазине немножко читала, но он, в принципе, довольно-таки натуральный. Там единственное, присутствует все равно всякие вот карбонат, там вот эти вот все непонятные слова, непонятно что, но оно все равно есть. Давайте его откроем. Ну да, опять отличается. Что ж такое? Здесь они прям такая светлая. Кстати, магазин пока стоял, и вообще не заметила, что тут нарисовано. Вот, я что-то больше сюда обратила внимание. Здесь они прям вот красивые. Такие вот это поджаристые, не загорелые, поджаристые прям такие-то. А тут вот как лепешка детской неожиданности. Кто знает, поймет меня. Вот. Так, там лежит по 4 штуки. Просто такая вот она слепленная из чего-то. Пахнет, кстати, запах какой-то халвы как будто. Халва, что-то сладкое такое. Халва как будто с какими-то с кашами, наверное, такой запах. Хотя халвы там вообще, наверное, нет. Ломается легко. Как ржаная, как будто что. Давайте попробуем. Она хорошо жуется, рассыпчатая, немножечко сладенькая, хрустящая. По вкусу как будто, знаете, мне напомнила она злаковую конфетку из Фикс Прайса. Я на нее тоже сделала обзор. Мне что-то вот это вот она напоминает. Я в конечной составке оставлю. Немножечко сладенькая, совсем чуть-чуть. Ну, такая рассыпчатая, вкусная, но непонятно, что там есть якобы рисовая, овсяная там хлопья, там тра-та-та. Просто по ощущениям, как будто, не знаю, даже что-то такое рассыпчатое, вкусное. Какая-то просто печенька рассыпчатая. Такая, ну, со злаками, да, злаки чувствуется, что надо что-то там переживать. Ну, такая, кстати, довольно вкусная, довольно приятная такая. Хочется снова покушать. Ну, состав, конечно, чуть-чуть могли бы убрать всякие карбонаты свои. Давайте еще попробуем. Хорошо жуется, кстати. Рассыпчатая. Немножко даже ощущение, кажется, как будто я сухарь ржаного хлеба съела. Но такой рассыпчатый, который надо прям усердно жевать. Такая, как свежий сухарик. Ну, ничего, так нормально. Нормально стоит. Ну, и цена там 60, конечно, цена. По вкусу цена... рублей 50, 30, 40, 50, наверное, где-то вот так. Также обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях, мне будет приятно. Ставьте обязательно лайки и смотрите другие ролики, другие обзоры на шоколадки, на продукты, на соки. Также обзоры на технику, мультиварка, посудомоечная машинка, сушилка. Всего-всего много интересного. Также есть у нас на канале влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем. Живописи. Много всего интересного. Обязательно подписывайтесь. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.